для граждан Евразийского союза 750 драм, для иностранных граждан 1500. Приехали на еще одну достопримечательность. Место называется Гарни, очень популярное у местных жителей. Мы поехали еще на одну локацию. Симфония камней. Очень похоже на органные регистры. Эти стены. Река Азат. Водичка бодрит. Градусов 8. Такие фрески. 1558-1581. А мы сейчас зайдем в монастырь. Завтра начинается рабочий день. Рабочая неделя, вернее уже сегодня, и к нам приезжают наши товарищи, предприниматели из Москвы, которые также хотят открыть компанию в Армении, мы им помогаем очень быстро получить все необходимые документы. Если вам нужна помощь, обращайтесь. Так в Армении происходит крещение детишек. Здесь источник